Короче, какой-то маньяк тут ходит. Спрятался я в комнате. А тут маньяк какой-то. Слышите? Блядь! Нет! Блядь, бежим нахуй, сука! Блядь! Блядь! Блядь, иди нахуй! Иди нахуй! Чё ты? Блядь! Маньяк лох. Я ты вообще-то маньяк, я убегаю от тебя. Надо. Откуда? Там дальше нет? Нет. Там куда-то. Короче. Надо мусоров посмотреть. Блогер DJ BBAA снова с вами. Чё? Пошли они нахуй. А мы блогеры, типа. Да не приехали же менты ещё. Вот я капец. С маньяком болтаю. Пришли на съёмки. Чё? Я ж говорю, маньяк. Ай, фокусируйся. Сейчас мы спальни зайдём. Он нас всё ещё не заметил. Сейчас шапку не видим, Котик. Всё, я тебе шапку не видим. Я же говорю, был маньяк. Блять, иди нахуй. Да я же блогер. Чё ты написал? Это лохо. Это его комната. Ну видно, да, типа вот. Даже на стёклах у него ничего себе. Это пиздобол. А я живу в соседней комнате. Ну, у меня сейчас ремонт идет. Вон, полы в стиле новый. Это все снимаю. Проводку буду новую менять. Это все старое выкидываю, новую мебель, короче, здесь. Обои новые поклею. Вот. Пожарные хренюшки поменяю. Окна помыть надо. От этих баллончиков. Маньяк там заходил вчера. Нарисовал. У меня шкаф покрасить надо. Там наверху тоже. Туалет здесь. Ванна. Дверь там есть надо. А вот он вообще как бомж живет, он бухает, запивает. Валяется все. У меня тут главный ремонт идет. А у него... А, он привык так жить. Ему пойдет. Да? А, он же меня не видит, я в шапке не видел. Сейчас пойду покажу свою прошлую хату. Вот здесь я раньше жил. Здесь тоже собирался полы, короче, менять. Потом передумал. Ментов нет. Это, короче, со школы спиздил пап. Она мне понравилась. Я хотел бросать ее в гардероб мой лишний. Да нихуя мне не видно. Ага. Так.
Вы это слышите? Прячемся в стык. Блять. Блять.